Всем привет! Добро пожаловать на канал Хобби Про. В этом видео новая посылка. Вот такой вот небольшой конверт. Приехал за 30 дней, как обычно. И заказала себе вот такой вот термометр. Термометр с выносным датчиком. Итак, в комплекте у нас есть инструкция. Док-станция, так называемая, к которой подключается вот этот вот щуп. Щуп металлический. Длина провода около метра. И с помощью разъема все это дело соединяется. Питается док-станция от двух батареек типа 3А. И сам приемник вот такого плана. С большим дисплеем. Есть клипса вешать. И питается тоже от двух батареек. Первая манипуляция, которую нужно сделать, это взять щуп и залить вот это место. Ну, либо герметиком. В моем случае это будет клей. Экран достаточно большой. Здесь помещается вид животного, степень прожарки, температура щупа и заданная температура. Также есть таймер. Интересная особенность, то что если зажать вот эту вот клавишу, то можно установить свою температуру. То есть, если сейчас видно, то вот меняется 85, 91. Ну вот, как видно, я установил температуру 166 градусов, но по инструкции можно установить до 250 градусов. То есть, термометр позволяет измерять от 0 до 250 градусов Цельсия. Лаборатории у меня нету, поэтому тест на точность измерения буду производить с помощью кастрюли, в которой сейчас греется вода. Ну и, как известно, температура кипения воды 100 градусов. В данном случае вода из-под крана, поэтому может быть плюс-минус. Есть у меня еще вот такой вот термометр, поэтому буду еще сравнивать с ним. Ну вот, показания идут ровень в ровень, то есть 99-99. Как видно, вода уже кипит. Сейчас посмотрим, дойдет ли до 100. Ну, вот этот датчик уже показывает 100. И, в принципе, это тоже 100. И чтобы показать, как работает печалка. Вот выставил 88 градусов. И вот термометр уже 92 показывает. И слышно, что пищит. Поэтому данный термометр очень хороший, что можно задать именно свою температуру, при которой будет срабатывать печалка. Это очень удобно. Немногие об этом знают, что здесь это можно сделать. Ну, а так, расстояние 30 метров от док-станции. То есть положили в карман, пошли в беседку, пошли в компанию, и он вам просигнализирует, когда нужно подойти. Ссылка на этот термометр, а также на этот, будут в описании. Заходите, смотрите, покупайте. Вот этот термометр я взял для своего смокера. Сейчас им, конечно, не воспользоваться, ну а весной, летом я все-таки планирую попробовать что-то приготовить. Так как я далеко не кулинар, то все это будет в форме эксперимента. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новом видео. Всем пока!